Дальнейшего развития игры уже на высшем уровне. Поэтому хорошо, что нам попались такие соперники, как «Спартак», «Зенит», «Крылья Советов», когда можно подчеркнуть еще опыта, не только там, когда вот уже матчи сейчас прошли, а вот подчеркнуть еще в таких, поиграть с опытными командами. Нам надо набираться опыта, чтобы выходить на первые места. Я обучался 5 лет в этом городе, он для меня стал как родной. Когда я узнал, что «Факел» вышел в премьер-лигу, когда ему сейчас 21 год, и я сейчас нахожусь в отпуске, и я в первую очередь решил посмотреть Кубок России. Был бы это РПЛ, был бы это Кубок, без разницы что, но для меня российский футбол – это все. А так живете в каком городе? На Дальнем Востоке, в Благовещенске. Вы специально добирались с Благовещенска до Воронежа, чтобы сходить на «Факел»? Да. Да. Добирался я, получается, от моего места, где я живу, 1,5 часа на машине до аэропорта, 8 часов до Москвы на самолете. После 8 часов самолета я добирался 6 часов на поезде на скоростном до Воронежа. Здесь снимал гостиницу, и вот я на матче. В этом сезоне впервые на игре, в принципе, впервые на игре. Это сущность нашего болельщика, вы понимаете? Ну, только такой болельщик только в Воронеже есть, нигде. Нет таких городов, чтобы так любили свою команду. Только мы так любим свою команду. Честно. «Факел» — это все. Ну, я приехал посмотреть футбол. «Факел» — это один из самых посещаемых клубов нашей страны. Как любят в Воронеже футбол, немногие города у нас любят так и футбол, как Воронеж. То есть практически на каждый матч полный стадион. Поэтому я бы пожелал «Факелу» успехов, удачи, и чтобы команда «Факел» осталась в вышине. Ваш город я очень хочу посмотреть. Вашу красоту, вашу любовь. Здесь и Кольцов, и Платонов, и Бунин. Погнали. И, конечно, «Факел» Воронеж. Номер 21. Владислав Мастерной, номер поддерживали, как всегда,
горячо, и, конечно, нам это помогало. Нам на поддержку и атмосферу мы не то что жаловаться, мы, наверное, лучше в лиге по этому показателю. Ни мы, ни тренерский штаб не разделяют игры на кубковые или игры чемпионата. Мы стараемся в каждой игре выкладываться по полностью, выполнять установки тренера и улучшать связи. Спасибо болельщикам, что приходят, поддерживают нас всегда, то есть им благодарны и играем для них. Не получилось забить, обидно, пропустили в начале гол, потом переломили игру, создавали моменты, у нас прострелов, ну вот завершающий момент у нас, чтобы мяч летел в сетку, не получилось. Хочу поблагодарить болельщиков, которые в будний день пришли в не очень удобное время. Благодарен им. В следующей игре постараемся взять 3 очка.